Я всегда буду вспомнить вот этот звонок и смс-ку в 8 утра, когда Надежда Николаевна мне позвонила. Она говорит: Маша, мы все-таки смогли, мы победили. Вот, ну тогда это вот, я не знаю, я плакала. Слезы счастья сейчас на глазах воспитателя детского сада из Развилки Марии Кременец. Поверить в то, что мечта о собственном жилье скоро осуществится, она не может до сих пор. Мы жили у свекра со свекровью в одной комнате, нас четверо человек, и тем более разнополые дети, конечно же, мы начали искать себе, подыскивать жилье. Удача улыбнулась Марии Сергеевне не сразу. Завет и сертификат удалось выиграть только со второго раза. И все это время ее поддерживала не только семья, но и сплоченный коллектив, в котором женщина работает уже 11 лет. Это большое счастье, когда высококвалифицированные специалисты, когда мастера своего дела, отдающие теплоту и душу, вкладывающие в детей, вот такие люди должны работать с детьми. Благодаря социальной ипотеке Мария Кременец будет оплачивать только проценты по кредиту, а сам основной платеж за квартиру погасит подмосковное правительство. В этом году в регионе обладателями таких сертификатов стали 15 воспитателей. Всех их объединяет профессионализм и постоянное желание развиваться. Недавно получила образование, еще одно высшее, как педагог дополнительного образования, что позволяет мне внедрять дополнительные адаптированные программы, чтобы более углубленно изучать их с детьми, ну вот, например, конструирование, там, технологии Воскобовича, там, Никитина. Вот. Это позволяет идти в ногу со временем, с образованием. Воспитатель – это больше, чем просто работа. Это призвание. Дети всегда бегут к Марии Кременец с радостью и улыбками. Они прекрасно чувствуют искреннюю любовь, внимание и заботу своей второй мамы. Мария Сергеевна, какая она? Добрая, хорошая, милая. Любите ее? Да! Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.